Ну, друзья, здравствуйте. Тем временем нас ждет интересный очень матч второго тура. Команда НГУ встречается со Стимулом в Голд-лиге. И я спешу сказать, что будет непростая встреча для команды Стимулу. Стимул сегодня намного лучше готов и больше игроков в составе. Ратушный Богдан на воротах команды НГУ. Ярешко Сергей, Свириденко Сергей, Горбовенко Юрий, Мерешко Сергей, Беляк Александр, Клименко Александр, Гапоненко Эдуард, Ривенко Андрей, если я правильно понимаю, Борисенко Дмитрий, Дашко Ярослав, Черисько Ярослав и Лукашевич Сергей. Андриенко Богдана, как я понимаю, сегодня нету. В составе же команды Стимул, Луганчук Григорий, Кошек Николай, Сниченко Максим, Джават Бен, Бабират Лазунин Владимир, Шкварун Петр, Цибульский Сергей, Романчук Вадим и Мандзюк Вадим. Клименко сбросил правее. На самом деле, честно говоря, поспешили. Они как-то вот команда НГУ темпом пытается часто, высоким темпом пытается часто играть. И это, конечно же, сказывается как-то, в принципе, на рисунке их игры. Они становятся таким первым ведущим номером. Можно играть против них на контратак. Не сказать, что Стимул прям любит выжидать в защите, но игру на открытую игру, в принципе, Стимул любит. Да, вот типа такого, да. Просто натяни, не ровно прям, а левее натяни, чтобы оно как бы... Не, левее. Итак, у нас штрафной удар. Серединка переводит правее. Ну и на самом деле не сильно удается Клименко Александру пробить. Он полностью выполняет роли сейчас организатора, пока Богдан был, будем так говорить, как я понимаю, в отпуске или в командировке. Сегодня ратушный есть и будем так... Наверное, все-таки какой-то прогноз говорит на то, что у нас чуть ли не идеальный сбор команды НГУ. Но как это отразится на результате, честно говоря, не знаю. Стоит сказать, что неплохо, в принципе, складывается какая-то связка, да, вот Мерешко Сергей, Андриенко, Клименко, они уже играли, они уже понимают друг друга, но учитывая количество замен, их пришлось по-любому рассредоточить, и команда выигрывается по-другому. А тут успеет ли пятый номер достать? Успевает! Удается даже пробить Серединка Сергей. Прошу прощения, не Серединка, а Сотниченко Максиму. Обзавелся он формой. Ну и травму получил после такого удара. Джава Бен. И еще один удар. Рады Бена поздравить с приобретением формы. Его даже, честно говоря, не узнал немного. Цибульский на Шкваруна. Удар с носка, почему нет? Клименко. Пробовал. Кошек Николай там как-то протянуть, отдать передачу не получается. Теперь нужно возвращаться обратно. Высокий темп. Отличный сейф от голкипера Стимула. Не раз я говорил, что Гончук Григорий очень хорошо стоит. Но вот на искусственном, я бы сказал, его форма выше. Ух, какая неудача. И удается продавить все-таки первый мяч команде НГУ. Александр Клименко тут же на замену. На каком-то желании и гипермотивации реализовал этот первый мяч. А минута у нас... Без ассиста. 1-0. Бенджават.
Здравствуйте, Булька вам. Даля, Даля, право, право. Шпарун. Бен ставит корпус, выигрывает борьбу. Ну, кстати говоря, два вратаря сегодня очень хороших. Маратушный Богдан тоже очень удивлял своей игрой в зимнем сезоне у нас. За команду фаворит Бен протолкнул Цибульский. Снова Бен. Что дальше? Гробовенко. Есть сейф. Отличный сейф от Гончука. Кто будет ускоряться? Кто будет предлагаться? Некому отдавать. Шкваруун. Цибульский. Японенко, Эдуард. Хороший удар у этого футболиста удары. В принципе, какие-то опорные качества, если можно так озвучить, мини-футбольную какую-то тактику. Мандзюк просто стоя стоял и решил все это обыгрывать. Ратушный. Классно удалось обыграть, но дальше уже было слишком сложно. Гончук. Жават Бен. Хороший скрытый пас, но все-таки сильный. Кошак. Мандзюк. Снова Кошак. Мандзюк. Есть прием мяча, неплохо. Что дальше? Пробует сам раскачать сейчас Романчук. Ну и, честно говоря, не удалось ему это сделать. А вот какая ошибка на ровном месте. Сами себе привели. Бен Жават, молодец. Можно поаплодировать. Заработал этот мяч. Прочитал ситуацию, и этого было достаточно. Добират. НГУ пробует сейчас как-то адаптироваться к ситуации. Нет, ошибка. Черенько. Время мы добавим, пацаны. Мы добавим. Так, сейчас. Димон, смена! Димон! Манишка, блин. Там... Вот, встречай! 20 секунд добавим. У нас вынужденная пауза, так как игрок очень сочетается по цвету. И чтобы не путались, ребята, нужно дать манишку. Я бы давал салатовую, ну или оранжевую. Кошак. Пробный навес. Не туда Бен ускорялся, просит, чтобы надо было просто по бровке навес сделать, а не по диагонали. Диагональный навес легче прихватить, в принципе, защитнику. А вот Кошек хорошо, хорошо ускоряется. И как же тут все-таки немножко удачи не хватает сцепиться стимулу.
Мне нравится, как Стиму подошли к этому матчу. На самом деле, повторюсь, соперник, на мой взгляд, является фаворитом нашей лиги. Менжават. Бен позволил себе много индивидуальной игры, но в принципе не потерял мяч. Хорошее решение. И, честно говоря, здесь на характере Романчук нащупал этот момент. Просто сам создал и сам сделал. Ну и этого достаточно, чтобы вырваться вперед на данный момент. Минута. Какая? Громче, а то мне не слышно тебя. Потом. Я понял, понял. Би, би! Ануар! Ануар! Тут уже придется, конечно, подстраиваться команде НГУ. Борисенко. Лукашевич не принял этот мяч. Тиму перехватили. Вышел в поле Сотниченко. Ну, надеемся, сможет продолжать. Не настолько серьезное его повреждение. Видимо. Угловой зарабатывает в этой ситуации. Романчук. Классно Романчук отыгрывает, не глядя вот так на кошика. Ну, друзья, тут поаплодировать можно. Сегодня, честно говоря, Вадим на кураже такое впечатление. И не только лишь по забитому мячу это заметно. Сотниченко. Есть отбор. Лукашевич. Сергей Лукашевич. Быстрый розыгрыш. Беляк. Ратушный Богдан. Ратушный дальше вперед туда. Ну, в принципе, не совсем выгодно там как-то пытаться пробираться, обыгрывать Черенько Ярославу. Ну, как есть. Сотниченко. Романчук открывается по диагонали. Увидит ли его пятый номер стимула? Нет, все-таки решил перевести направо. Романчук. Мандзюк на Романчука. Неплохая передача и неплохой, в принципе, от Мандзюка удар. Сразу в касание. Вот что главное, ни доли секунды задержки здесь не было. Мандзюк. Попытка активного прессинга от Мэрэшка. Сотниченко. Гончук парирует. Тут же вбрасывает на Романчука. Сегодня ему можно больше чуть давать передач. Ну вот первый его обрезка, честно говоря. Мэрэшка. Бенжават. Цибульский. Давай,
Играй мяч полусли покинув. Потеря от Ярослава. Не вошел он полноценным образом в игру. Цибульский. Отыгрывал Цибульский на Джават Бена. Бен технично разбирается. Но тяжело там будет. Два опекали его игрока. Данчук. На вынос и правильное решение. А почему? Зачем что-то выдумывать? Ярослав. Вот так смело пошел в обыгрыш. Ну, в итоге потеряли мяч. НГУ, честно, сложно как-то им связывать несколько передач, когда стимул обороняется всем составом как бы на своей половине поля. А вот стимул создает неплохо. Креатив у них есть. Ну вот, вот что нужно сейчас. Как минимум команде НГУ сильные удары. И это был Мерешко Сергей. Клименко. А это, друзья, я думаю, мяч, который должен попадать в топ. Очень красиво заложил просто в 9. С большой мотивацией сегодня Клименко. Какая? На 5-й и 15-й минуте Клименко сегодня забивал. 2-2 у нас таким образом сейчас счет. Полили против Мерешко, это штрафной, и с него можно больше выдавить, чем как. Пятый. 4 минуты как минимум еще играть. Не самый уверенный розыгрыш аута. И будут разыгрывать сейчас стимул. Бен Ратушный на движение обыгрывает Бена, отыгрывает передачу в центр, и сейчас пустые ворота. Джават Бен перекладину попадает. Бен, а что дальше? Дальше ничего, дальше отбор мяча. Дашко, Ярослав, Клименко. Кварон. Но есть открывание. Сейчас 3 в 1 по факту выходит на ворота. И Гончук творит то, что нужно, честно говоря, в этой ситуации. А тут есть контратака. Бен не идеально понимает. И мяч кидает в пределы поля. Классная игра на встречных курсах. Даже комментировать не успеваю порой. Есть отбор мяча, Середенко решил сразу бить. И Бен тут же ждет пас вперед. Тут же готов подключаться. Есть взаимопонимание между игроками стимула. Я думаю, за счет этого они держатся
с равным счетом, учитывая то, что МГУ, мне кажется, физически намного лучше готовы. Клименко. Серединка. Время останавливаешься. Вот такой 10-метровый возможность для Гончука. Есть сейф. Гриша выручил в этой ситуации как минимум. 2-2, я напомню. Еще один сейф. Но этот уже симпатичней. Может быть, на видео будет не так ярко. И видно, но руку в последний момент вытягивал, и этого было достаточно, чтобы выручить команду. Смена, пацаны! Клименко. Есть отбор от НГУ. Гробовенко. Может быть, бить там стоило, честно говоря, восьмому номеру НГУ. Мандзюк. Мандзюк. Снова немножко повлиял на ситуацию Мандзюк. Клименко. Играть левее. Свергенко. Как же опасно. И это все-таки результативно, друзья. Вот что значит забитый мяч на последней минуте. Буквально на последних секундах от четвертого номера. Беляк. А Свириденко. Голевая передача. Бенжавада. Как пробрасывать между Бенжат, а дальше Свириденко выручает. Ну, отработал Бен, отработал. Паспорт отдать не смог, вот в чем дело. Клименко. Кошак. Свалил Николай Кошак. Уже был шестой пол в первом тайме.
Это ненужная, на мой взгляд, карточка. Желтая на эмоциях, полученная от Николая Кошика. Второй номер желтой карты. Я видел, видел, записал. Гробовенко. Можно на мэрэшке было отыграть. Светенко не стал этого делать. Ну, так пока что. Хотят поконтролировать мяч, чуть закрепить за собой более выгодный счет. Гончук. На Кошака. Обыграть Сверденко не получается. Романчук. Кошак. Бен. Хороший по силе удар и сейф от Ратушного. Потихоньку в тонус все возвращаются, честно говоря. Выбирает Лазунин. Пробовал туда навешивать. Это новый игрок команды «Система» под девятым номером. Сегодня он играет, а я думаю, в принципе, будет эта форма за ним привязана. Ну а тут Ревенко Андрей вывел мяч с поля, и поэтому у нас перевод аута. Бенджават. Отбирает Романчук. Ударная позиция сильно, как поставлено, пробил. Честно говоря, попав в мяч, и Ратушному приходится поработать. А что здесь? Здесь пас очень сильно вход. Имеет даже хорошую скорость. Догнать такую передачу будет крайне непросто. Очень непросто. Ратушный. Классное движение Мрешка. С левой ноги комфортно ему пробивать. Я, честно говоря, думаю, что близок к тому был, чтобы сейчас забивать. Бенджават смело как пошел на троих. Возможно, немного зря. Кончук. Бенджават. Нужно было время подстроиться комфортно под удар. Я думаю, это именно и было поводом, почему несколько касаний сделал Бенджават. Ярослав. Очень близко к тому, чтобы забивать. Открыт был ближний фланг у вратаря. Ближняя штанга, если корректнее высказываться, Сотниченко. Миша!
центре все! Петя! Сзади не забываем! И сзади остается, Ярослав переводит на Лукашевича. Снова Ярослав. Лукашевич. Цибульский. Наганчука. Очень высокий темп. Просто достойный похвалы, ребята, на самом деле. Сегодня играющие в этом матче. Такое впечатление с такой игрой, мне кажется, это два фаворита. Может быть, сегодня комфортно себя чувствует. Набрали оптимальную форму, учитывая ту длинную паузу, после которой не так-то просто войти в ритм, войти в режим. Цибульский. Затушный, перехватывая, делает навес не самый точный, но Кошек мог воспользоваться. Кто сам туда? Кто сам наверх? Даня! Неожиданно, но на мой взгляд, даже Стимул сейчас своим темпом ошеломил немного НГУ. Они не привыкли к такому темпу, учитывая свой тонус замен. Все-таки из тонуса они слегка выпадают, хоть и ведут в счете. Сотниченко. Сильный удар и отличный сейв. Еще один сейв. На выбор хоть бери, да отбирай. Свисток прозвучал, и мы движемся дальше. Цибульский. Бен боролся, но Ярослав выиграл эту борьбу. И выиграл аут для своей команды НГУ. Кошек. Серпачком на Бен Джавада. Бен выигрывает игру на столба. Дальше попробовал пас отдать на Шпуруна. Сегодня не так он заметен, как мы привыкли видеть. Плохо пробрался там, на самом деле, здесь восьмой номер. Это был Горбовенко Юрий. Смело увидел пространство, увидел зону, что можно ускориться. Почему нет? Грибовенко. Энджават. Слабый пас. Ну как не повезло-то здесь. Шкварун не выключился. И Петр Шкварун реализовал. Минута. Минута. Игорь. Минута. Какая? Перед мячом.
Ратушный. Точно у нас Фериденко. Фериденко хорошо выбрал себе позицию для удара. Кончук на Бен Джавада. Бен. Удается обыграть Бена Джаваду. Пас можно давать, а нет, он сам. Он сам пробирается и выводит свою команду вперед. Минута. Внимание, левогородие. Внимание. Бен отыграл на Романчука. Романчук по диагонали на Цибульского. Нет, не догонит такой передачи. Слишком сильный пас. Ну а что у нас здесь? У нас Романчук желтую карточку получает. Бен Джават. Еще один гол, друзья. Вот так. Вырывается вперед. Сейчас стимул. Стимул 17-я. Записал гол. Неправильный ход. А там будет второй. Второй, да? Второй. Второй. Вот я им позабыл. Аккуратно. Гол. Гол. Хороший отбор от Клименко. Сейчас его действия очень могут помочь команде НГВУ. И как поставлено, и зряче пробивает здесь Свериденко, если не ошибаюсь. А нет, это Мэрешка Сергей. Мэрешка Сергей. Мяч вперед. Ну вот так. 4-4 могло бы быть, честно говоря, если бы не последний мяч Бена. Вот именно на 31-й минуте. Мне кажется, вот там где-то НГУ проспали. Сейчас снова в один мяч стимул впереди. И снова неспокойно. Ни в одной, ни в другой команды. Ни у того, ни у другого вратаря. Человек сам понимает, что у нас мяч. Что делать? Кошак. Шатниченко. Отдает каким-то чудом передачу на Кошака. Коля постарался сохранить мяч, но упустил его. Шатниченко. Жанчук. Григорий творит невозможное. Учитывая длину матча и сколько сейвов сделал он вместе с Ратушным, я думаю, у нас просто... Ожидаемое, но все-таки немножко-таки невероятное от этих голкиперов. Я... Не каждой команде будет просто забивать, когда эти ребята на своей волне. Беляк Александр, он уже забивал третий мяч. Напомню,
Была возможность отдать передачу. Середенка. Что происходит? Дважды подряд едва ли Григория Гончука мяч не перескочил. Гончук. Ворон. Еще один аут, НГУ плотно насели сейчас на самом-то деле на соперника. Цибульский сохраняет мяч. Цибульский, ну зачем? Стоило ли это того, друзья? Мрешка сравнивает счет. Пять-пять, 35 минут сыграно. Победит тот, кто, наверное, сейчас забьет шестой мяч. Честно говоря, пора бы уже потом закрыться в обороне. Ну, заступом Шкварун водил. Есть диагональ. Горбовенко. Чистый отбор. Там мяч было сыграно с нашего ракурса видно. Горбовенко. Мандюк. Ратушный. Сириска. Бенджават. Очень оптимистически, если бы так прошел. Бен. Ярошка Сергей, не очень ему хорошо, сейчас нужно паузу. Попали по мужскому месту, это всегда неприятно, что уж тут говорить. Ой, как опасно для стимула сейчас. Открывается по диагонали футболиста. В принципе, атака-то завершилась. Все. Кошак. Кошак. Шкварун. Пробный от Бабира до Лазунина удар. Даже навес скорее. Какой шанс для Бена? Каркас ворот выручает здесь.
Варун. Не дали ему пробить комфортно. Ну и с этого розыгрыша ничего ладного не получилось, честно говоря. Ай-яй-яй-яй-яй, Шкварун с левой ноги все-таки находит брешь в обороне. Вернее, в игре вратаря ратушного Богдана. Какая? 39-я. Всего ничего по времени остается, друзья. Сотниченко отдал там голевую. С розыгрыша. Опасно вынос, просто здесь разгружается Дниченко. Максим. Правный удар от Клименко. И звучит финальный свисток сегодняшней встречи. Можно трактовать, что 6-5. Побеждает стимул. А команда показывает прекрасный матч. Чем мы их на самом деле поздравляем.